Маргарита Тимна Симонян у нас на связи. Главный редактор. Так, ребята, мне Маргарита Тимна, покажите, главный редактор. Моя подруга, выдающийся... Добрый вечер еще раз. Телевизионный менеджер компании «Арти». Маргарита Тимна, скажи мне, пожалуйста. Во-первых, я был счастлив, когда увидел тебя во время встречи с Владимиром Владимировичем. Я был уверен, что ты задашь вопрос, и ты его, конечно, задала. Скажи, что думаешь о происходящем? И вообще, неделя была знаковой, так что выбирай любое направление. Хочется только, пользуясь случаем, передать привет Максимке из Тель-Авива и всем остальным. Это уже возвращаясь к нашей родине, к ценностям нашей родины и к тем, кто нашу родину покинул. К этой тетечке, не помню ее фамилию, бывшему гендиректору Яндекса, которая, уезжая, сказала, что она не может жить в стране, которая воюет со своими соседями. Наша страна ничего подобного тем картинкам, которые мы сейчас видим оттуда, не позволяет себе, не позволяла себе никогда. Как ты совершенно справедливо отметил, это не в коде нашего народа, не в коде нашего солдата, и слава Богу. И это одна из причин, почему мы, собственно говоря, так любим свою родину. Как, а им хочется сказать, как живется вам, здоровится, можется, поется как –